Эй, беди. Кажется, нужна помощь.
Нужен разряд. Кажется, нужна помощь. Отличная работа.
Придется пустить разряд. Что у тебя, беди один? Что нашел? Темница! Без звуки нам не справиться! Скорей! У них подкрепление! Пошли, пошли! Считай! Дверь заклинила! Остается, мы в ловушке! Нужно вытащить их оттуда.
Целостность нарушена. Сюда попали. Окружаем цель. Зафиксировано уклонение. Инициировано сбивание с ног. Весь отряд погиб. Поможем. Друзья, это было тяжкое время. Мы потеряли многих, близких,
родных, из-за империи. Мрачное время. Но вера не угасла. Огонь не угас. Джедаи еще живы. Мы еще живы. Кашик еще будет наш. За свободу! Ты видел, что Империя сделала с Кашиком? Эта история повторяется по всей галактике. Нам, партизанам, не помешал бы друг джедай. Я польщен, но... У нас своя миссия, и я не могу отступить. Пока. Предложение в силе. Не забывай. Кэл, я Марика Сан, а это командир Чойсик. Прости, я плохо понимаю. Чойсик говорит, что сделает все, чтобы найти Тарфула и поручиться за тебя. Думаешь, он все еще жив? Верь, Кэл. Мы будем на связи с твоим кораблем. За наше дело. Знаешь Тарфула? Он был в отряде Тарфула, но его схватили. Тарфул не может рисковать другими, чтобы спасти его. Он был на заводе месяцы. Чойсик поможет найти Тарфула, но тот постоянно в движении. Потребуется время. Большего я не прошу. Спасибо. Я рада, что ты с нами. Похоже, Со готов пойти на что угодно. У него, конечно, особый подход. Но времена сейчас отчаянные. Нам нужны лидеры вроде Со. Даже если на кону жизни? Кто-то должен дать отпор Империи. Почему не мы? Я восхищен этим. Значит, у нас есть что-то общее. Доброго пути, Кэл. Мы сообщим, когда найдем Тарфула. Все будет хорошо. И сколько у тебя на счету? Думаю, 20. У меня 14. Ну, догоняй меня. Да, конечно. Чем дольше я живу, тем больше имперцев прикончу. Месть за то, что они сделали с твоим домом. Нашим домом. Это общее дело. Одно для всех. Мы семья. Все, что с тобой случилось, касается меня. Рад, что нам удалось помочь Вуки. Освобождение угнетенных. Вот откуда черпаются силы для продолжения борьбы. Каждая смерть, каждая безвыходная ситуация порождает бойца, который не боится проиграть. Больше таких, и мы победим. Вы так долго сражались. Чему война вас научила? Общая трагедия объединяет людей. Чем больше у нас отбирает Империя, тем сильнее мы становимся. Каждая несправедливость побуждает других присоединиться к нам. Сообща, мы победим. Как сегодня. Спасибо. Получилось.
Мы были на волосок от провала. Без твоей помощи будет сложнее. Знаю. Но не могу отказаться от своей миссии. Понимаю. У меня есть сведения, которые могут пригодиться. Несколько оборотов назад мои люди обследовали покинутую деревню Вуки поблизости. Следов Тарфула не нашли, но мы узнали, что самый безопасный путь в теневые земли лежит через этот завод. План эвакуации на случай, если все пойдет наперекосяк. Верно. Когда будешь готов отыскать Тарфула, воспользуйся этим путем. Спасибо. Прослушивала переговоры имперцев и кое-что узнала. Возобновлен проект Бур. Вероятно, Империя вот-вот обнаружит еще одну гробницу Зефа. Похоже, у нас еще много работы. Думаешь, что и другие будут в порядке? Всегда остаешься оптимистом, да? Эй, спасибо за все.
Это путь в теневые земли? Должен же быть способ пройти. Ты прав. Мы не можем обыскать весь лес. У Марии Чоя больше шансов его найти. Операция переходит в сектор 7. Его называют теневыми землями. Место кишит врагами. Ошейник Вуки-рабыни. Thank you.
Ты в порядке? Я получила зашифрованное сообщение. Отцо? От отца. Моя дочь добралась до Чандрилы. Она спасена. Чудесная новость. Лучшая новость с тех пор, как я здесь. И все же тяжело быть вдали от нее. Вместе мы их одолеем. Я занят. Надо придумать, что приготовить. Эй, Цере. Кэл, рада, что ты цел и невредим. С нами связалась Мари Касан. Мы знаем, что ты не нашел Тарфула. Обожаю, когда мы впустую рискуем жизнью. Это чудесно. Не впустую. Мари и Чойсик прорвутся. Мне нравится твой оптимизм. Он бы нам всем не помешал время от времени. Эй, я тоже верю в свет в конце туннеля, который я увижу, если умру. Ты отлично справился, Кэл. Хоть мы пока и не нашли Тарфула, но ты спас многие жизни. Помни об этом. Спасибо. BD-1. Присмотри там за Кэлом. Эй, парень, ты делаешь успехи в сборе семян, но в террариуме еще полно места. Так что добудь мне каких-нибудь новых. Конечно, Грис. Все для тебя. Куда теперь? Возвращаемся на Зефо. Назад на Зефо, а? Имперцы могли найти гробницу Зефо. Нельзя терять время. Жаль. Один из бойцов СО говорил об игре с высокими ставками. Кредиты лишними не бывают, верно? Ставки? Грис, одумайся. Недалек тот день, когда сброд Гаксиона выйдет на тебя. Ха! И тебя, болтусы! Да я их за целый парсек уже. Твое увлечение ставками не должно создавать нам проблем с преступными синдикатами.
Ты права, я знаю. Просто хочется иногда избавиться от стресса, понимаешь? Но это все в прошлом. Я уверен, проблем не будет. Приготовься, парень. Начинаем посадку. Ты и я. Вместе мы неудержимы. Как тебе, парень, а? Богомол и Гриз. Каждая посадка безупречна. Можно и так сказать. Когда-нибудь управлял кораблем? Нет, только машинами разборщиков на браке. Ой, парень, тебе нужно как-нибудь зайти в кабину. Штурвал в твоих руках. Галактика на твоей ладони. Ой, это невероятно. Звучит неплохо, скажи, когда? Что? Не, не в мою кабину. Не на богомоле. Забудь. Я просто говорю, что тебе стоит попробовать на чьем-то еще корабле. Что такое, Гриз? Помнишь, ты завалил шагоход-разведчик? ATST? Ага. Ты типа с ним близко познакомился, а? К чему ты клонишь, Гриз? Как насчет того, чтобы ты освободил один такой от Империи, а я его испытал? О, ты хочешь помочь, когда мы опять ввяжемся в бой? Что? Еще чего? С тобой боев не оберешься. Забудь все, что я сказал. Шторм тебя беспокоит? Не, меня много что беспокоит. Империя, кровожадные звери, непропеченная рыба Пура, а на своем корабле Гризи как в круизе. Это хорошо. Нас ждет еще много приключений. Да, но напоминать мне об этом не обязательно. Я могу побыть с кораблем наедине? Нас ждет долгое путешествие. Нас ждет долгое путешествие. Эти древние гробницы не простояли бы столько, если бы их легко было найти. Я жажду принять этот вызов. Это заметно. Я рада, что ты веришь в то, что мы пытаемся сделать. И всегда верил. Я верил в силу с тех самых пор, как стал юнлингом. Имена в списке — это проверка. И я верю, что добьюсь успеха. Мне нравится твоя уверенность. В этом путешествии тебя ждут испытания, с которыми ты еще не сталкивался. Я понимаю. Думаю, я готов. Мы будем рядом, Кэл. Родная планета Зефа. Кордова, должно быть, провел здесь много времени. Кордова всю жизнь изучал историю галактики в самых разных местах. Он брал меня с собой в несколько экспедиций. Было познавательно. Он действительно верил в прошлое? Он верил в будущее. Но будущее без прошлого невозможно. Есть что-нибудь? Ничего нового. Все очень рискованно. Не думаю, что у нас есть выбор. Выбор есть всегда. Но те, чьи жизни Империя разрушила и подчинила себе, рассчитывают на нас. На тебя, Кэл. Я знаю. Рад, что могу положиться на вас двоих. И мы не подведем. Нужно поддерживать друг друга. Это единственный путь к победе. Подсказки Зефа могут быть где угодно на планете.
У нас много дел. Я вижу тебя там, внизу. Укрытие! Тебе от нас не убежать! Кто-нибудь помогите? Твой! Он уходит! Только ты и... Come on!